Приветствую всех зрителей. Сейчас в это видео покажу, как можно делать видеозапись с экрана вашего смартфона. Напомню, что у меня Redmi Note 7, прошивка MIUI 11, и у нас есть встроенное приложение, которое поможет вам это сделать. Заходим в вкладку «Инструменты». Здесь у нас есть все необходимые инструменты, которые нужны для вашего смартфона. Например, там компас, диктофон, загрузка, часы, сканер. В данном случае нам необходим запись экрана выбрать. Приложение. Потом здесь у нас есть настройки. Можете выбрать качество видеосъемки, какое вам необходимо. Например, разрешение можете сделать больше, можете сделать меньше. Качество видео, частота кадров, источник звука, микрофон, системные звуки или вообще без звука. То есть все, что вам нужно, вы можете подстроить под себя. Потом нажимаем на видеокамеру, вот кружочек такой есть. Все. И уже, когда вы нажмете на этот кружок, пойдет видеозапись вашего смартфона. К примеру, я хочу вам показать, как выбирать темы, да, в настройках. Я нажимаю «Пуск». Все, идет видеозапись. Уже прошло 4 секунды. Я там захожу в темы. Делаем выбор, просматриваем, что вам понравилось. К примеру, я говорю, если вам нужно сделать какую-то видеозапись, тогда вы этим будете пользоваться. Выходите. Потом нажимаете на стоп. Все, запись сделана. Вот куда переместилась эта запись. Ну, можете зайти в галерею и там найти эту видеозапись. Вот сверху появилась. Найдено одно новое видео. Заходим, в общем-то, и смотрим. И здесь уже значок этот нам не нужен. Мы его закрываем, это приложение. У нас теперь есть видеозапись. Вот она. Все, идет видеозапись. Уже прошло 4 секунды, я там захожу в темы, делаем выбор, рассматриваем, что... Ну, теперь вы поняли, как это делается. Заходим в темы, можете то есть в темы в это видео, подробности, посмотреть, что это качество видео MP4, оно занимает 14 мегабайт, 21 секунда. Если вам необходимо это видео куда-то вставить в видеоредакторе, например, Sony Vegas на компьютере, вы можете это вставить, отредактировать и создать видео, как вы делаете какие-то манипуляции на вашем смартфоне. В общем-то, вот такое вот видео. Надеюсь, оно было вам интересным, полезным. Если это так, то оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи!